В Дагестане стартовала вахта героев. К данной акции присоединился и наш город. Вследствие чего 28 апреля у обелиска памятника скорбящей матери прошло возложение цветов в памяти наших героев. Открылось мероприятие приветственной речью заместителя главы города Каспийска Казбека Демирова. Вчера мы здесь провели вахту памяти. Сегодня мы проводим здесь вахту героев. Героев, отдавших свои жизни на благо нашей Родины, становления самой России. На встрече также присутствовали родители героев России, которые, в свою очередь, пожелали всем близким и родным, чьи дети находятся сейчас на передовой, проявить терпение и оказать поддержку всем нашим ребятам, ведь это сейчас им больше всего необходимо. Поэтому всем есть место для подвига, всем есть место для труда в этой жизни, поэтому дай Бог. Все ребята, которые сейчас служат, которые именно выполняют все свои задачи, и были живыми и здоровыми на эту землю. И те, кто положил голову на это спецоперации, как говорят, вечной памяти. Отметим, что в данной акции также приняли участие заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева и военный комиссар Марат Пашаев. Завершилось мероприятие минутой молчания и общим фото.